Всем привет, вы на канале Cold Gameplay. Мы с вами продолжаем вот с этого же места. В конце концов, королева заметила развивающийся на горизонте лирийский план. Самое время. Сказала. Однако, Рейнард, вместо того, чтобы обменяться сведениями о передвижении врага, расспрашивал его о совершенно незначительных вещах. Как себя чувствует твой отец? Надеюсь, он в добром здравии? Нам тоже наскучило. Рейнард, мы на войне. Не время для сплетен и обмена любезностями. Да, Ваше Величество, мы на войне. Здесь ничему нельзя верить. Даже именам. Ближе к делу, Рейнард. Отец Ильдара умер месяц назад. Если бы парень был тем, за кого себя выдает, он бы... Это значит... Ах, он мерзавец. Какой безупречный акцент. Боюсь, он один из многих. Шпионы Нильфгарда. Скажи, как ты его раскусил? У него не было траура на доспехах. Если бы не это, что прикажете, госпожа? Следить за нильфгардскими ряжами? Пошли нескольких людей, пусть идут по их следам. Только незаметно. Как прикажете, госпожа? Лазутчики наблюдали за действиями мнимых лирийцев с безопасного расстояния. Вскоре они донесли, что... Так. Дом, хлев, амбары. Все черные сожгли. Черные. Это все потому, что я черный. Ты из этой серии? А, вот, типа, да, эти чуваки. Так, ну пойдем возьмем сундук. Сначала заберем вот этот сундучок, а потом уже пойдем драться с ними. О. Так, что у нас в лагере вообще? Можем что-то улучшить. Так, здесь ничего. А. Так, дает возможность после каждой битвы увеличить армию на один отряд. Что-то там. Я вообще не понимаю, для чего нам вот эти отряды, что они дают. Пока не очень понял. На один отряд после каждой битвы. Но это не сильно много, по-моему. Ну, карт... Никаких новых-то и нету. Ну ладно. Так, ну хорошо, давайте попробуем сразиться. Может быть, здесь будет обычный бой. Растбург. А, стоямба. Вот что-то есть еще. О, деревяшечек чуть-чуть. Так, ну что ж. Оказалось, что нильфгаардцы хотели хитростью убедить защитников замка в Растбурге открыть врата. Судьбу его мнимого отца. Вперед. Давай. Сейчас мы накажем их. Так, ну тут бой... А, короткий бой. Блин, опять короткий бой. Опять головоломка. Или не головоломка, просто короткий бой. А, чисто один раунд. Так, два этих у нас... Карту, которую хотим заменить. Так, на 10. Да. Нас обнаружили! Сиегинатувер! Ух ты! Как они переобулись. Альба! Альба! Альбус Дамблдор! Так, хорошо. Эриглоэр! Собака. Так, Анна-ка, усилька его. Ух ты! Ах ты, читер, нифига себе. Так, хорошо. В войсках мне делать нечего.
прячет мою карту. Левый, правый, левый, правый. Какой-то печальный солдат такой. Левый, правый, левый, правый. Так, это 4. 4 нанесет. Ну и чё он? Никого даже убить не сможем. Так, 4, 4, 4, ну... Надо арбалетчика, по идее. Достаточно одной стрелы. Так, на двоечку, ну давай. У него такие сильные карты, нифига себе. А ну-ка, усиль парня еще разочек. Так, ну что, нам нужно вот этого кидануть одного. И вот этот. Давай. Веди себя достойно, тебе. Укажите мне цель. Так. Цель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Вот, семерочка давай. Так, а тебя? Тебя сюда отправим. Ну и тоже. О. Это что было? Так, а ну-ка вот так вот давай. Снова тянут с жалованием. О, 4. 4, 4, 4. Так. Давайте этому ряду вынесем. Блин, нифига себе, он там вообще на все повышает. Вот эти какие-то карты. Блин, когда мы делаем приказ, у него усиливается. Так, хорошо. Так. Собирайте 2 единицы пехоты. Семь, восемь. Блин, тут уже 8 карт, уже максималка. Там больше... А, у меня конец хода. Сюда уже больше не влезет. Слушай, у него вообще читерская колода. У него что-то все усиливается, все там само по себе куда-то там. Так, ну заряд-то... Заряд-то он сделает. Так. А, ну барабанщики еще могут вызвать подмогу нам. У нас просто скоро тут рядов не хватит. Так, если поставить арбалетчика сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Так. Тут уже все полное. Так, тогда сделаем. Вот так сделаем. Блин, вот с колоды каждый раз только берет и берет и берет. У него вообще бесконечная колода какая-то. Это с учетом того, что я ему еще и вынес там сколько карт уже. Он вообще какой-то беспредельщик, по-моему. Рота! Вперед! Марш!
Надо было слухать мою бабу. Блин, да так вообще нечестно. На двоечку. Так, хорошо. Забрал он этих, моих себе забирает. Так, нет, сначала вот это сделаем. У меня-то уж нету сил. Альхерзай. Ну, раз вы настаиваете. Доспехи их не спасут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По идее, восемь снимает. Или семь. Лилия! А мне уже все, мне некуда больше. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Политрук. Так, это приказ. Нет, я не буду. Я и так ему уже этими приказами усилил. Все, у меня... Блин, зря я, конечно. Ну а как? Снова на фронт. Чуть-чуть разница, вообще чуть-чуть просто. 132, знаете... Начать заново. Так. Не очень. Эр и Глоэр! Так, ладно. Выходим сюда. Ух, хамьё лирийское. Блин, у него сразу столько карт просто. Даже в самом начале. Юлиан и Глоэр! А, блин, я опять тупанул. Надо же было телегу сначала, вот эту. Теперь два этих уже просрал. Так, вот эти вот кавалерия у него усиливается, да? Ну, я тебе не дам в этот раз. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. 5. У него на приказ никто не реагирует. Сейчас мы ему вынесем. Так, раз, два, три, четыре. Это пятый, да? Доспехи их не спасут. Сейчас, сейчас мы сделаем тебе красиво. Вот этим уберем. Без них ты не сможешь ничего сделать. Лирия! Достаточно одной стрелы. На, все. Альхерзай.
как он? Ну? Блин, это вообще нечестно. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Эти вообще... Блин. А, у него нету этих. Одно и то же. Вообще просто звери. Что те, что эти. Что за карты у него такие? Читерские. Все друг друга усиливают. Все там не знаю, что делают. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Отряд справа. Жаль было бы, если бы такая вещица пропала. Ага, ответочку нанес. Блин, ну конечно он сейчас выиграет, у него еще карта на дохренище. Ну? Да вон, вот эти все, их тоже надо мочить, короче. Блин, сложный бой такой, а? Это прям... Прям такие мозгодробительные. Так, короче, я убираю вот этот. Этот оставляем, конечно. Этот... Ну, сама десятка, в принципе, неплохо. Вот этого мужика убираем. Вот этого убираем. Вот этот, да? Нормально. Попробуем так. Нас обнаружили! Сиегенат УВМ! Так, а барабанщик у меня один. Альба! Так, что мы делаем? Мы вот так делаем. Сейчас мы будем его заряжать. Эриглоер! Собака. Так, ну пришлось. Так, значит, кидаем вот эту телегу. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Пока конец хода. Так, теперь кидаем еще вот этих. Снова тянут с жалованием. Три. А почему три? Уже было три. Что-то я ничего не понимаю. Как это работает? Восстановил и ему уже подарил. Так, ладно. Барабанщик. В войсках мне делать нечего. Что там долго комп думает вообще? Так, надо арбалетчика укокошить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, лазер. Хоть и они есть, а как же? Так мы сапоги жмуть. Вот почему он не наносит? Написано, нанесите 5 единиц урона случайному отряду. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. 5, 6. 6, да?
Я не понимаю, как они наносят там какой-то урон. Снова на фронт. Так. Доспехи их не спасут. Блин, сложновато, сложновато. Вот здесь уже реально сложновато. У него прям сильные карты такие. Все друг другу. Тише. Здесь в этом ряду усиливают, тут в этом. Услышим. Кто кого вообще, я ничего не понимаю. Все копии этого отряда при размещении укрепляются на 2. То есть вот эти тоже надо, короче, ему все надо выносить. А каким образом это на всех сразу сделать? Пока непонятно. Так, надо барабанщика забрать. Он вообще мои забирает каким-то образом. Как он это делает, непонятно. Что за волшебные карты у него? У него уже 130 вообще там, он уже улетел там. Куда глаза глядят. Левый, правый, левый, правый. Тут вообще 19. Дисциплина! Вот чего вам всем не хватает! 18! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он седьмой. Так. Иглар. 20 вообще, ты вообще сумасшедший, ты где такие карты вообще взял? 20. И у меня тут 9. Да, повозка вот прям поможет. У меня-то уж нету сил. Ее величество знает, что делает. Одно и то же. Не знаю, все накидаю, там, ну, сейчас 200 уже будет. Там. Собака. Так. Ну, все-таки вот первый раз, как я делал, был самый адекватный, по-моему. А, вот эта карта хорошая, да. Так, хорошо. Давайте еще раз, значит. Так. Ну, как обычно, начинаем отсюда. Короче, надо вот этих высечь. Реглоер! Реглоер, блин. Сейчас я вам реглоера покажу, блин. Нормально. Так, теперь ходим. Достаем вот этих мужиков. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Так, 4. 4, там 6. Давай. Сделаем следующее. Так. Раз, два, три. Так, четыре, он пятый.
Достаточно одной стрелы. Так. Так, эти восстанавливаются. Низгард! Веди себя достойно, тебе. Так, блин. Укажите мне цель. Так. Вот так. Так. Усилю вот эту карту мне. Молодцы. Так. Теперь сюда надо вот этих двух. Молодец, забрал, хрен с тобой. Так. Альхерза. Чубака. Так, вот это. Вот это. Тут вообще просто жарево какое-то. Так. У него есть один выстрел. Так, ну сразу добавляем тогда. Вот эту. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. 4 сможет снять. 4. Так. 4, 4. Вот это. А у этого 3. Так. 3. Восстановил малёха. Собака бешеная. Ещё восстановил. Так. Если мы сейчас этого перезарядим, блин, мало. У него мало. Так, давай-ка вот этого заберем. Пофиг, будем этим пользоваться, а как они хоть стреляют. Так, и сейчас мы тогда... Снова на фронт. Делаем следующее. Вот этого дядечку мы ложим вот сюда. Ну, раз вы настаиваете. Этого ложим. Доспехи сюда. Их не спасут. Теперь снимаем вот этого. Блин, надо было вот этого снять. Ладно. Двоечка. Двоечка маловато. Блин, маловато двоечка. Так, каждый раз, когда... Да, у него на следующий ход и так восстановит смысл использовать сейчас флаг. Тише ты. Вдруг политрук услышал. Так. Теперь делаем следующее. Пацаны шмаляют. Неплохо так шмальнули. Уже двоих можно точно укокошить. Теперь мы делаем вот так. Дисциплина принесет нам победу. Тройка. Две растворяем. Блин, если он свои двадцатки... Вот чего вам всем не хватает. Вот они, только хотел про них сказать, вот у него две сейчас по 14 выйдут.
Раз, два, три. Он четверка, четыре, да? Эр и Глар. Последняя карта у него. Ну что ж, давай. Так, прорубили неплохо. Так. Левый, правый, левый, правый. Блин, вот это, конечно, вообще. У меня-то уж нету сил. Так. Нам остается только таким вот макаром. Одно и то же. Зря сделал. Ладно. Блин, я случайно сейчас не... Нет, 119. Чуть-чуть не хватило. Вот опять чуть-чуть не хватало, блин. Ладно. Еще попытка. Так. Чучело. Так. Военная повозка. Лучше барабанщик. Нас обнаружили! 10 карт перебрал. Реглоер! Реглоер, блин, давай. Так, вот так сделаем. Лирия! И тогда он... сможет еще шмальнуть, наверное. Вот. Ну, как бы мелочь, но приятно. Так, теперь... Вот этих зовем. Снова тянут жалование. Корешков. Так, двойку можем снять. Двойка мало. Как бы не ушатали этого. А, блин, вот они сейчас броню ему снимут. Нильдар! Молодцы, конечно, что сказать. Достаточно одной стрелы. Раз, два, три, четыре, пять. Он шестой. Шестой, шестой, шестой. Так, единичка. У меня повозки, кстати, нету. А, нет, есть. На... Блин, хз, давай стрельнем, потому что мало ли. А, ну и ты еще добавь. Пофиг, будем шмалять со всех орудий. Ну, это я знал, что так и будет. Так, здесь я предлагаю сделать следующее. Сначала вот так. Укажите мне цель. Так, 6 карт. 6 карт, 6 карт. Можно вот так сделать. Ну. Так, теперь. А ну-ка сделаем. Что?
Кто посмел? Две копии. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. 3, 6, 7, 8. Второй. Доспехи их не спасут. 9, да? Вот так делаем. Теперь ты еще давай. Шквальный огонь. В атаку. Вот, зашмаляли. Конец хода. Так, теперь. Вот теперь интересно. Так, сюда уже все, да? В войсках мне делать нечего. Альхерзай! Так. Думает, думает. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Так, вот этого забираем. Я не знаю, у меня вообще арбалетчики еще есть или нет. Есть два варианта. А, колода. Кто у меня еще есть? Так, у меня арбалетчиков нету больше. Но есть два барабанщика. Два барабанщика. Ну, пусть вызывает барабанщика. А теперь урок смирения. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Левый, правый, левый, правый. Блин, а что мне теперь делать, кстати? Тише ты. Вдруг политрук услышит. А, тут по одной карте еще вмещаем, да? В эту жатву вместо жита черных косить будем. Вперед, друзья мои. Так. Нормально. Ее величество исключительно. Так, у него еще три карты у собаки. Блин, он все усиливает и усиливает. Больше некуда. Снова на фронт. Сильный, сильный. Блин, ну вот это. Так-то я бы вообще сейчас выиграл. Блин, мучение из мучений. Так. Так, 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 этот мужик не надо. Вот этот молодец. Так, десятка. Десятка, надо вторую телегу, блин, десятка мне это. Ну, вообще не эту телегу я имел в виду. Нас обнаружили! Сегина Тувен! Арбалетчик. Тувен и Глоер! Так. Альва! Достаточно одной стрелы.
Так, ладно. Лучше, наверное, выстрелить, иначе ему снимут сейчас это все. Лучше заново его зарядить потом. Или вообще заряжать, заряжать. Так. А что его убрать? А давайте-ка я уберу его, чтобы они там не смотрели. Вот они пометили это. Так. Теперь мы его достаем опять. Так, ты. Блин, ну все отряды атакующие почти. У меня один единственный, блин, атакующий, два. Еще и друг друга усиливает. Это вообще, конечно, жесть. Ох, хамьё лирийское. Так, ну чуть-чуть есть. Чуть-чуть зарядили, но это мало. Ну, сейчас они начнут этого месить, наверное. Чтобы он не стрелял. Альхерзай! Нет, а, ну они прицел, короче, на кого ставят. Того и месят, да? Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Вот, уже интереснее. Так. Только им успеваем броньки, блин, выносить, блин. Ну? Левый, правый, левый, правый. Так, надо звать подмогу. Снова на фронт. Покажите мне цель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Нет схода. Да. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Бой такой нелегкий, скажем. Так, если эту карту переместить, он троечку снимет. Ну, троечка, конечно, ни о чем. Рота! Вперед! Марш! Ну ладно, хоть броньки позбиваем, да. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Бля, надо было переместить сюда этих. Уже понты. Сразу 10-2. Тут уже сотка вон. У меня-то уж нету сил. Блин, его нельзя по новоследнего оставлять. Лорайн Карзайн. Да, мало. Чего тут никого нету, блин.
два арбалетчика, это уже все, можно сразу сдаваться. Короче. Блин, как сложно-то, а? Нахрен вы мне этих косарей? Да ты чё, охренел что ли, блин? Нас обнаружили! Опять херню дали, а не карты. Ну. Реглоер! Реглоер, давай, блин, Реглоер. Блин, нет. Дувиан и Глоер! Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Так, здесь двойка. Давай. Стрельбанем. Так, мы его уберем. Нильфгард! Так. Достаем. Опять вообще, блин, она была того же. Там, видимо, до какого-то он сбавляется. Вот до единички, наверное, или до кого-то сбавляется, переходит на ту сторону, типа. Ну? Так. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. 4, 2 карты можем вынести. А заряжать у нас нечем. Пока конец хода. Но надеюсь, у него не будет строя. Сейчас все в этого будет долбить, да? Короче, они его или когда убивают, или когда единица, он меняет. Вот, наверное, сейчас перейдет к ним. Смотри-ка, пока еще не перешел. Так. Так, Мэва может усилить. Так, если мы вот это позовем, у нас еще плюс 2 будет. 2 это шестерка. Шестерка уже поболее. Снова тянут с жалованием. Так. Что мы делаем теперь? У нас даже барабанщика нету. Доспехи их не спасут. Так, ладно. Снова на фронт. Так, надо вот эту поставить вот сюда. Лирия! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9, 9, 9, 9. Так, 9, вот этого, наверное, нужно. Так, а теперь мы делаем что? Вот это вот. Да его, он и так бы сейчас ушел, наверное.
Тише ты. Вдруг политрук услышит. Ну, раз вы настаиваете. Достаточно одной стрелы. А ну давай-ка. Мало-мало арбалетчиков, конечно, очень мало. Ни о чем можно сказать. Р игла. О, 22, нифига в этом звере. Для тебя это поле боя, для меня сокровищница. Лорайн Корзайн. Все, у него все карты, у него 150, куда? Даже если мы там что-то сейчас отнимем, это ни о чемная фигня. Че он сейчас? По единичке Е54. Надо больше арбалетчиков, да, и барабанщиков. А попадаются деды эти. Нахрена вот мне два деда, три деда. Вот барабанщик. Четыре деда, зачем они там? Два барабанщика, так. Повозка. Нас обнаружили! Пятый дед. Надо колоду, блин, подредактировать. Дувиан и Глоер! Так. Ну это вообще невозможно там. Так, первого надо пустить кого? Барабанщика давай. Блин. Левый, правый, левый. Правый. Пусть на него метку сразу, во. Альва! Вот зачем ты вот эту карту сейчас? Мы должны доверять друг другу. А вот эту карту нормально. Так, что там, 4? Надеюсь, нужно было этого добить, блин. Так, ладно, теперь можно вытаскивать. Ух ты. Ну что это, блин, не запланировано. Не наше дело спрашивать, почему. Ну да, она еще не может пока стрелять. Спасибо. Достаточно одной стрелы. Так. Давай там держись, блин. Вы только броньки умеете снимать. Вот такие тупые, блин, стреляйте в тех, у кого нет броньки, ну хотя бы. Как же тупо вообще просто сделать. В итоге я снимаю им то, что у них каждый раз атак усиливается. И на эти карты вообще надо полностью вынести. Альхерзай! Так, есть вариант перезарядить дядю. Нет, пусть у него пока стреляют. Одно и то же. Просто еще одного барабанщика.
В войсках мне делать нечего. Так, хорошо, давай сейчас еще пока. Укажите мне цель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть можем смело вынести вот это. Так. Теперь. Ну вот последний, вот в этого бы стрельнул. Ну ты что такой даун-то, ё-моё. Конечно, он сейчас еще плюс 2 прибавит. Можно было уже 10 раз этих всех можно было 10 раз уже убить. Эти карты только сдерживаю. Блин, да убей ты, ты че, блин? Еще плюс 2, конечно, мы же у нас бесконечно можем долбить. Надо выносить первым делом, блин. А, нет. Вот этого надо. Ее величество исключительно. Он только одному добавляет, у него тут чуть ли не всем, блин. Очень честная битва. Вот это вообще честно. У меня отнял тут десюльку, себе четверочку добавил. Снова на фронт. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Да, что тут, некого даже, блин. Он сейчас себе еще прибавит. Тут уже все, мне уже хоть как не хватает. А, нет, ну этих можно вызвать оленей. Какие они есть, а как же? Так, ма, сапоги жмуть! Доспехи их не спасут. Ему, значит, за каждый мой этот прикол что-то делается, мне ничего не делается. Там три карты, это вот эти двадцатки у него сейчас там выйдут. И плюс он еще сейчас вот этим накидает. Тут уже 150 сейчас будет. Эр Иглар. 24. Откуда ты взял ее? Этот отряд. Укрепляйте этот отряд на 2, если он находится в руке. В колоде, да. В руке, колоде или на поле. Каждый раз, когда в дальнобойном ряду появляется вражеский отряд. Ага. Нет, ну тут тоже уже без вариантов. Да, все, сдаться, давай. Думаешь долго. Уйди ты. Да пошли вы нахер. Смотрите. Нас обнаружили! Сегина Тувер! Как играть этими картами? Тувиан и Глоер! Пошел ты нахер. Деблоид, блин. Да, а кстати, телегу нужную не дали. Вот сейчас вообще классно будет. Снова тянут с жалованием. А что, у меня одна, что ли? Ты же должен вызвать корешей своих. Альва! А все, отбираться это некому. А кто? У меня стреляющий один арбалетчик. Не, это уже все. Ладно, ребята, в этот раз что-то мы вот все пытались, но ничего не выпытались. Так что, будем пытаться в следующий раз.
Так что не забывайте поставить лайк, подписаться. В следующий раз мы обязательно всех победим. Всем пока.